Да, хорошо. Власов Сергей Афанасьевич. Работаю в Малом драматическом театре, в Театре Европы в Санкт-Петербурге. Что еще? Сколько лет? Мне? 55 лет. Вышел на пенсию. Пенсионное удостоверение имеется в кармане. А какая последняя у вас была роль? Последняя — Масюлис в фильме «Год обмана». Но он еще в работе здесь, на студии. Какие роли вам в основном предлагают? В основном бандитов и ментов. Всех регалсов и те, и другие бандиты. Хочется другого играть. Все, стоп.